Так, кто я? Опять глючит. Так, ну я опять же невиновный, как всегда. Чё это было? Ребята, я просто прошла сквозь девочку, и она типа умерла. Чего? Это как вообще? Что за глюки? Ну ладно, пособираем монеты. И посмотрим, что будет вообще. О, мячики. Будем собирать мячики. Я, кажется, знаю, кто убийца. Так, посмотрим, сколько у меня пока что мячиков. Так себе, конечно. Победа. Ладно. Извините, что я такая неухоженная. Шлиф тоже убил. Не, я думала, что это вот либо этот, либо, блин, я не помню кто. Смотрите, этот челик за Россию. Так. Вообще нет. Есть такой. Я опять невиновный. Я всегда невиновный. Я надеюсь, меня так резко там ножом не выстрелят или что-то такое. Меня, кстати, пока что даже не убивают. Ой. Ой, я молчу, ладно. Я просто молчу и все. Собираем. Я просто все собираю и я как будто даже не снимаю. А, блин. Я постоянно вот из этого окна хочу выпрыгнуть. Там много, кстати, этих. Ой, ну немного. Ладно. Извините, что я так проверяю, типа, постоянно. Просто я хочу что-нибудь. Вот этот пестик хочу. Блин, я хочу стать шлифом или убийцей. Но я постоянно невиновный просто. У меня было такое то, что два раза подряд я была... Ой, у меня полная зубака. Ладно, просто так будем бегать, значит. Жалко, конечно. О, у нас победа. У меня еще только 10 уровень.
Ой, у меня осталось 160 мячиков, чтобы получить этот пестик. Кстати, по-моему, не такой домик был, да? Или такой? Вот что-то вот на бассейн это уже домик. Ну ладно. И опять невиновный. Мне хотя бы будет побольше времени пособирать что-нибудь. Ага, почему так звучит? Меня очень сильно глючит. Когда я не записываю видео, у меня не глючит вообще. Шериф. Что такое? Почему мне так лечит? Не ключ. Хочу нормально поиграть. Меня убили. Всем пока, ребята.